Всем привет, друзья, подписчики мои, и у нас выживание на необитаемом острове, пятые сутки уже. Как это его продержаться, так как завтра меня уже забирают, и где-то уже ночью у меня вылет. О, наконец-то продержался 4 суток, и вот пятое нужно как-то. Вчера с вечерка еще пошел такой мелкий дождик, но он быстро перестал. И здесь много веток, его было и незаметно, подумал, что буду под этим гамаком ночевать, спать. Сегодня также что-то ветрено, может, пойдем сейчас окунемся и пойдем, может, опять в разведку на какие-то острова, что-то нужно опять подобывать еды, так как я вчера свою гавайку угробил там, а по эти камни стрелял, и она рассчитана реально под такую маленькую рыбку. Больше уже не берет, блин, рыба убегает, зубчики подбивал, нужно будет что-то в следующий раз придумать уже получше, или один хороший гарпун такой сделать, резинку, все сделать. И пойдем, ребята, сил уже нету, душно, фу, скучно. Кто-то говорит, как в прошлые разы читаю, о, хорошо отдохнуть. Да, вот это отдых, выживание на необитаемом острове. Если там готельчику лежать под кондиционер, ходить себе там кушать, купаться, то понятно, что классно. И то для меня это скучно. День, два, там, три от силы, и так же было бы скучно лежать, нифига не делать. А вот такие вот приключения, это класс. Но, конечно, очень тяжело и очень тебя выматывает. Вот 5 дней, все, сил уже нету. Из-за этого климата влажного, плюс 30-35. Идем, ребята, на берег. Может, искупаемся немножко. Фу, освежимся и будем что-то думать дальше. И, кстати, кто любит футбол, может ставить на один из бетлинг чемпионов или на другие крутые турниры. А по моему промокоду, который закреплен в комментариях, вы получаете бонус при первом попадании до 6500 рублей. Вышел так окунуться, так как по утрам какое-то течение, прохладненькая водичка хорошая. И смотрю, на берег выкинула какую-то фигню здоровую. Кусок пенопласта, по-моему. Сетки еще. И сетки можно применить. Сделать с нее что-то. Или вершу, но она, блин, фарватая такая. Но здесь узел есть. Если развязать, то может нам хватит на вершу. Класс. И плавать на другие острова. Будет как лодка. Вот так, блин, цепляться, ложиться и плыть. Идемте посмотрим, как она на воде устойчива или нет. Так, о, сидеть даже можно. Надо еще что-то сделать бы, какие-то два бревна бы кинуть, весло, и все. Иди по такой каноэ, плавай так на острова, не так уставать. Держит, хорошо держит, вот сижу почти. Или так, ложиться и плыть. А, так переворачивается, тяжело. Или вот так. Все. И поплыли на другие острова. Все, класс. Ну, а сейчас, может, сделаем, ребята, с этой сетки какую-то ловушку на рыбу. И поставим, может, поналазит. Там, где я вчера нырял, там много ее плавает. Пойдем поставим. Жаль, что сегодня последний день, а так бы я пошел бы еще каких-то бутылок всего пособирал, привязал бы и сделал такой плот. Но заныкаем потом, если что. Может, потом, в следующий раз, когда приедем, если это ребятам интересно, будет второй сезон здесь. Так как здесь очень интересно, много островов, себе плавать классно. А сейчас пошли, ребята, перекусим. Там у меня еще есть мурена. Оставил на утро. И пойдем, может, попытаемся сделать какую-то ловушку на рыбу. Снял, ребята, сетку с этого пенопласта. И сейчас, может, сделаем какую-то ловушку здесь в теньку. Здесь такое растет вот красивое дерево с какими-то фруктами. Сейчас хочу вылезти, оторвать, попробовать, или съедобное, или нет, потому что там мало здесь на этом острове фруктов. И сделаем здесь ловушку. Тогда здесь тенек. Так. Фу, в роли тарзана. А, оно какое-то колючее еще. Это дерево. Дом на дереве можно построить. Тут, блин, нет сил на земле шалаш какой-то построить. Так, вот там такие здоровые фрукты. О, как я вылажу, удобное дерево. В
есть вот такие фрукты, только зеленые какие-то. А здесь я вижу какое-то спелое. Так, больше не... О, вот сразу, ребята, какой-то фрукт. О, его тяжело оторвать, блин, чтоб ананасы какие-то были. Есть, оторвал, ребята, такой вот фрукт. Все, бросаем. Фу, и теперь спускаемся. Вот так вылезешь, спустишься, и все, и у тебя уже нет сил. Фу, в роли Тарзана побывали. Ну, прикольное дерево в джунглях таких. Пойдем нарежем сейчас веток. Вот я смотрю, такие какие-то кусты длинненькие, классные. А, паутина, пауки. Так. Есть, хорошая. Я думаю, о, классно гнуться. Сделать круги такие навершу. Есть, просто их что-то мало здесь. Вот какая-то ветка, берем под самый корень. Ребята, что-то тяжело найти. Такие тоненькие ровные веточки. Так, попробуем этот фрукт. Гибрид какой-то. Чтоб ананасик был, как уже сладенькое захотел. С каким удовольствием я бы его бы съел. Мне как-то все равно у себя в дома на них. Но сейчас ананас, апельсинку. Да, блин, какой-то отстой, блин. Твердый, там, видно, нифига нету, блин. Его даже врезать невозможно. Скорлупайка такая. Блин. Хоть такой на вид красненький. Вроде что-то съедобное, думаешь, мягенькое. Но, блин, он очень твердый. Жаль, конечно, ребята. Ну его. Будем делать ловушку. Я вот смотрю, здесь узел. Если мы размотаем, там дальше вот порватое. Может, где-то зашьем. И нам хватит сделать какую-то такую вот вершу. Может, будем ловить рыбку. Выкинуло. Просто был волны, ветер ночью сильный. И может вынести на берег, что хочешь. Даже русалок бывало. Выбрасывала, я видел в ютубе. Но мне кажется, что правда, что хочешь есть в этом океане. Он настолько огромный. А типа сказали, кто-то сделал чучело, чтобы развести. А там попробуй сделай так чучело. Такое реально, хвост лежит. Конечно, пасть такой, рот такой страшный она. Ну так грудь и все, и хвост такая на берегу мертвая лежит. Может, здесь в натуре какие-то русалки в океане плавают. Интересно очень. То быстренько все бах-бах, типа там закрыли туда-сюда, типа кто-то пошутил. Ну, чтобы поменьше знали, как, если кто-то что-то находит, там древние какие-то находки, все, быстро так же, чух-чух, все, замяли, чтобы тихо все было. Ребята, начал делать вершу, думал, о, неплохо, блин, но дырка на дырке, она, блин, рвется. Карман нужно еще какой-то сделать, очень уже слабая сетка, уже старая. Думал так сделать вершу и наловить, поставить, может... Залазила какая-то рыбка, но уже старая. Может, какой-то подсак с нее сделаем. Вот, я смотрю, кольцо оставил. Будем так, если что, класть на дно. И если будет рыба проплывать, то будем так, хоба, подымать, ловить. А то, блин, головняк только, блин, время. Я думаю, сейчас поплывем в разведку на мои острова те. Крабовых, может, крабов, клещень. Наловим, отварим потом, разведаем те еще другие, может там, где готельчик, там что-то найдем еще интересное. Пошли. Отплываем, ребята, к этому заброшенному острову. Вот здесь какой-то вход небольшой.
Пошли, где там какой-то экскаватор, готельчик строили. Фу. Так как в обед прилив какой-то. Пошли. Добрались наконец-то. Все, ребята, добрались. Наконец-то доплыли до этого острова. Вот здесь стоит этот экскаватор. И пойдем сейчас посмотрим, что здесь рядом еще есть. Хочу найти просто какую-то спицу, чтобы сделать с нее острогу. Какую-то арматуру или еще что-то. Вот стоит этот экскаватор. Блин, гусеницы полностью уже заржавели. От этой соли видно песок. Когда я приезжаю с выживания, с островов, то у меня в рюкзаке вот эти замки, они также, блин, окисляются и не можно потом открыть. Так, посмотрим, ребята, что здесь, как здесь двигатель. Движок хороший. Можно завести даже. Прикольно. Пошли, ребята, смотреть, что здесь еще есть интересного. Нашел еще какой-то ангар. Пробираемся. Тут, конечно, заросли уже такие. Но может что-то интересное есть. Так. Посмотрите, какой казан. Здесь, наверное, была ихняя кухня. Алюминиевый какой казан. У нас бы уже давно алкаши на металлолом бы сдали. Так, водичка есть? Может, пресная есть? Нету. Бедра такие. Так, интересно, что здесь? Опа, вода. Ну, не соленая. Пресная. Может, наберем бутылочку? Набралась. Дождевая вода. Ребята, класс. Хоть у меня есть колодец. Вот, да, была такая вот кухня. Здесь какая-то заброшенная. Так. Вау, какие казаны! Алюминиевые, огромные. В таких казанах, блин, людей, наверное, варили. Вот где пропадали туристы, писали. Здесь, блин, как фильм ужасов, наверное, был. Да, ребята, блин. Посмотрите, какие казаны, блин. Блин, реально людей варили. Не хотел бы, чтобы меня так сварили в этом казане. Да крас под человека вот так целиком закидывать и варить здесь. Жесть. Фу, пошли дальше. Так, что там у нас? У кровати еще такие какие-то спицы. Арматуру какую-то найти бы. Так, холодильник такой, видно, вырезали органы и замораживали, отправляли куда-то. Также вот казан, холодильники такие. Так, пошли, вау, пауки, заброшенная кухня. Чернобыль отдыхает. Так, страшно что-то открывать. Лаборатория какая-то была, наверное. Как парк юрского периода. Видно, создавали каких-то динозавров. И потом они их схавали, может и такое быть. Так. Духовка такая. Вау! Ладно, ребята. Будем валить с этого острова. Жутко. Опа! Ножовка. А, жаль, что она заржавела. Можно было что-то забрать, строить. В следующий раз возьму. Ребята. Пошли. Опа! А вот это то, что я искал. Ребята, посмотрите. Где мы сделаем острогу классную. Много так. Фух, бросать будем. Вот это заберем. Пошли. Может, еще разведаем какой-то остров, ребята. Ребята, поплавали по островам, разведали, класс. И сейчас вот решил перекусить. Нашел такой вот кокосик. Здесь
должен быть орех вот этот белый, который в шоколадке Баунти. И сделаем острогу, где я вот взял с острова такую вот классную уже палку. Взял, сейчас почистим, перекусим сначала, я думаю, орехом. И сделаем острогу, пройдемся под берегом. Может, что-то удастся поймать или понырять даже. Просто, конечно, стрелять надо резкость, а так будет очень тяжело. Но может, под берегом что-то наколем, может, еще какую-то мурену. Взял вот камни, не камни, а вот кораллы, посмотрите. Такие вот живые организмы налипают, и когда умирают, превращаются в такой вот камень, где образуются такие вот острова. Чтобы не кораллы, то бы и не было этих островов. За миллионы лет так себе образовались. Этой природой много чего придумано, сделано, столько всяких организмов интересного. Так, откроем. Блин, жаль. Я так рассчитан перекусить, он просто был треснут, я его на берегу нашел. И вода зашла. Надо будет поискать еще, я что-то так захотел сладенькое. Ну ничего, сделаем да то сейчас острогу и пойдем, может, что-то словим. Пошел, нашел другой кокос, так как сладенькая охота. А тут кокос вообще такой здоровый. Я еще таких не видел. В основном маленькие такие. Думал, о, ничего себе. Сейчас перекусим. О, маленький орешек. Как это его вытянуть? Сейчас вытянем. Просто в таких уже сухих. Когда зеленый кокос, то там просто молочко. И нету еще этого белого ореха. То в таких должен быть. Все, почти достал. Ребята, небольшой кокосик по сравнению с тем. Тут вообще был. О, обрежем еще это. Может, здесь реально есть этот орех. Все, тяжеленький. Я думаю, здесь что-то есть. Так, открываем. Может, еще водичку попьем? А. О, вкусный. Все, ребята, открываем. И вау! Баунти, орех. Класс. Говорю, сладенькое такое захотел. И он не очень сладкий, этот орех, очень вкусный. Класс. Сейчас перекусим и сделаем острогу, пойдем, так как уже солнце садится, не такая жара, и можно полазить будет. Первые дни, кстати, если попали на необитаемый остров, то они могут спасти ситуацию, где можно перекусить. Так как везде есть эти кокосы. А мы берем, здесь были какие-то грабли. Вынимаем эти спицы. Сейчас разровняем еще. Чтобы расклепать еще сделать, как я на той остроге делал, было бы вообще классно, но нету молоточка. Так, берем так, разровняем хотя бы. Разровняли. Берем, сжимаем, так как нам нужно будет связать хорошо. О, и много так навяжем. Эти все, чтоб было так много. Если бросать, ловить, то чтоб наверняка. Все, ребята, сделал такую вот острогу. Такой острогой можно, блин, кинуть акулу теперь поймать даже. Небольшие, кстати, плавают. Только они очень шустрые. Пошли, попытаемся что-то поймать под берегом, если что, поныряем. Подошли к океану. И сейчас пойдем нырять. Очень опасно, так как большая волна. Нам нужно ее как-то проплыть. И я когда и шел, смотрю, усики какие-то.
Лангуст, по-моему, сидит здесь под этими кораллами. Сейчас поныряем здесь, глянем. Пошли, ребята. Ловлю мурену. На! Я ее пробил, пузо. Но она все равно хочет убежать. Смотрите. На! Есть! О, хорошенькая! Будет нам что перекусить. Вот это острогу я сделал. Классную, ребята. Есть, ребята, добыл такую вот мурену. Ох, блин! О, чтоб не убежала, блин. Хавчик хороший, хорошенькая. Пошли, ребята, к берегу. Не зря сделал такую вот острогу. Блин, там можно понырять было. Чтоб не волны, можно было половить, блин, лобстеры и все, блин. Особенно фонариком, чтоб не подвел, блин, ночью там. Можно было таких, блин, половить этих лангустов и что хочешь. Пошли, но я думаю, уже в следующий раз подготовимся и приедем уже. Пошли. Там уря на ведерке. Классный перекус. Сейчас разведем костер, прогорит и кинем ее. Она себе зажарится, потом шкурочку снимем. Пошел с пальмового дерева. Взял такое вот для разведения костра. Так. Берем. Берем. Наконец-то! Что-то в этот раз долго так. Влажное видно, что ночью и шел дождик прошелся. Но все равно развели. В Африке, помню, час, блин. Все, разгорелся костер. И бросаем такие вот дрова. Сейчас прогорит, будет много жара. И кинем. И покушаем вкусно. Добыли и сегодня что-то поесть. Сейчас прогорит костер и кинем мурену. Просто пока она приготовится, то будет темно. А у меня фонарик нету, поломался. Так что, ребята, кому понравились такие вот крутые серии на необитаемом острове, на много необитаемых островов, сегодня уже 5-е сутки продержался я. И завтра меня забирают, может еще буду снимать, как добираюсь домой, встречу с Бобой. Так что, ребята, кому понравилось такое вот выживание на таких вот необитаемых островах, на таком вот атолле, пиши, конечно, ставь лайки, если ты хочешь видеть, чтобы я еще сюда приехал как-то, может, летом был второй сезон, то также пиши, ставь лайк. Всем пока!